Для детской радости не должно быть ограничений, так считают работники благотворительного фонда «Инсан». Именно они накануне в честь Дня инвалидов организовали для детей настоящий праздник. Около 350 детишек со всей республики стали участниками торжественного мероприятия. Чтобы разделить радость вместе с детьми, акцию посетил и муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди. Все подробности у Абдуллы Алиева. День инвалидов, возможно, это не праздник, но он посвящен самым сильным людям, сумевшим пройти все испытания для того, чтобы жить дальше. При этом рядом с такими людьми должны находиться верные друзья, всегда готовые помочь и поддержать. И одними из таких являются работники фонда «Инсан», организовавшие торжественное мероприятие для детей с рожденными недугами. Мы сегодня пригласили как наших подопечных, так и детей, которые обучаются по дистанционному управлению, именно совместно с Центром дистанционного обучения. Сегодня у нас находится более 350 детей. Сегодня как и дети-бабочки, так и дети с онкологией, дети ДЦП и так далее. То есть решили охватить весь, как бы, да, всю проблему детей и пригласили, чтобы хотя бы этим мероприятием дать хотя бы капельку, чуточку радости в их нелегкой жизни. Не оставил без внимания мероприятие муфтий республики шейх Ахмад Афанди. Обращаясь к детям, он сказал, что не видит в них отличия от других людей. Шейх сказал, что у всех есть болезни, как телесные, так и душевные, и что второе намного хуже первого. Я вас очень люблю, уважаю, и ни в коем случае я вас не считаю инвалидами, потому что во всем мы давай так. О мире не будем говорить, о Дагестане скажем. Все дагестанцы, мы все, можно сказать, какой-то болезнь болеют. У кого-то болезнь, это выражено на тело, на лицо. А у кого-то внутри душевные болезни. Поэтому здоровых людей на свете, можно сказать, почти нет. Мы все одинаковые люди. И когда говорят там о детях инвалидах, мне вот это слово вообще не нравится. Мы все люди, мы все одинаковые люди. Организаторы мероприятия сделали все возможное, чтобы у всех остались положительные эмоции. Детишек развлекали аниматоры, для них были исполнены нашиды и проводились викторины. Дети, как и их родители, остались в восторге. Как обычные дети, мы не встречаемся так часто, мы не ходим. А вот такие мероприятия нас объединяют, мы знаем, что мы не одни. Это хорошо, дети радуются. И для родителей тоже благоприятная обстановка. Все-таки дети должны радоваться, веселиться, какие бы они ни были. Я по своей работе знаю, насколько нуждаются вот эти семьи, где порой один родитель и дети испытывают трудности в жизни. Я знаю, какие у них проблемы в семье. Поэтому мы должны как минимум свое отношение к ним, не безразличие, к ним проявлять посредством таких мероприятий, как сегодня проводится. Помимо вкусных угощений, всем деткам были вручены специальные подарки. Ну а закончилось мероприятие коллективным фото с муфтием республики. Хвала Всевышнему, у нас в республике всегда находятся люди, готовые помочь ближнему, и которым не безразлична судьба каждого ребенка. Подобные мероприятия несут радость детям, а главное, дают им понять, что их никогда не оставят без должного внимания. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.